этот шум прибоя у нас в номере слышно прямо с постели. Это такое блаженство. Утреннее купание и вообще блаженство. Это пляж соседнего отеля Beach Hotel Sharjah. Я в нем отдыхала когда-то. Он закрыт еще отель. Беспорядок тут кругом еще. Слава Богу, наш отель открыли. Он открылся только 1 сентября 2020 года. А сегодня у нас 21 сентября. Отличный отель, конечно, наш. Occidental Sharjah Grand Hotel. Мы уже люди бывалые, мы были в нем. И в этом году повторили снова, и нисколько не жалеем. Просто отличнейший отель. Отличный. С прекрасным пляжем. Первая береговая линия. Здесь в 2019 году сменился хозяин. Отель стал относиться к системе Барсела. Поменены все лежаки в номерах, поменена мебель. Полы раньше были плиткой, сейчас ламинат. Ну, хотя это все мелочи, конечно. Самое главное – это море. Море, Персидский залив. Смелых еще не так много, кто осмелился приехать, когда еще не закончилась пандемия. Но мы оказались в том числе, мы приехали. К масочному режиму здесь относятся очень серьезно. Даже если видят, что у тебя маска спущена с носа, сделают обязательно замечание. Таксист ни за что не посадит машину. Если у вас нет маски, в магазинах та же самая история. Даже полотенца пляжные выдадут тебе только если у тебя одета маска. Кстати, общественный транспорт из Шарджи так еще и не ходит в соседние Эмираты. Мы перемещаемся на такси только. В такси больше 2 человек не пускают. Нас 2. Нам повезло. Море, конечно, здесь не как во всех других странах. Вода какая-то необычайно мягкая. Она просто обволакивает твое тело. В меру соленая, можно выйти из воды и не принимать душ. Здесь даже на пляже нет душев. Хочется этим насладиться на целый год. Сегодня мы планируем взять обзорную экскурсию по Дубаю. Если не получится сегодня, то поедем на такси. Сами погуляем. Вчера мы уже познакомились с одним таксистом, обменялись номерами телефонов. И если что, он нас возит в Дубай. Цены в такси по счетчику, так что все по-честному. Не так уж и дорого. Солнышко встает над отелем. Птички чирикают уже. Просыпается отель.
уже гуляют по пляжу туристы. Но это, конечно, это количество ничто по сравнению с прошлыми годами. В прошлые годы мы занимали лежаки, ходили в 5 часов утра. А здесь в течение всего дня свободно, пожалуйста. Надо ехать именно сейчас. Отношение персонала к вам как к господам. Вот так все равно по старой российской привычке навязали пареум и пойдем на завтрак сейчас.